Арктика – дом коренного населения, а также святая для ученых Земля. Родина, Солнце, сани, ледники и сугробы сохранили следы, а также записали истории каждого хранителя. На белоснежной крыше земного шара они охраняют общий дом человечества. Запуск метеорологических аэростатов – ежедневная работа немецкой исследовательской станции в Арктике. Аэростат с измерительными приборами направляет на станцию и Арктический исследовательский центр Германии многочисленные метеоданные, которые собирают вместе с метеоинформацией из других мест, очерчивая контуры тенденций климатических изменений арктического региона. Полярная крачка и арктический гусь – классические представители пернатых, проживающих в Арктике. Голландские ученые создали для этих птиц свою марку, а также на протяжении нескольких лет наблюдают и записывают их миграции. Франция, Индия и другие неарктические государства пристально следят за климатическими изменениями, энергоресурсами и окружающей средой Арктики. С какой точки зрения ни смотри, изменения в Арктике уже повлияли на весь мир. В симпозиуме «Антарктики и Арктики», проведенном в 2016 году в Потсдаме в Германии, директор Китайского центра полярных исследований Ян Хуайгень принял участие в качестве сопредседателя. Благодаря многолетним экспедициям и исследованиям Китай получил свое право голоса по полярным вопросам. Первое близкое соприкосновение китайцев и Арктики состоялось более 100 лет назад, когда китайцы впервые перешли полярный круг и написали путевые заметки на китайском языке. 24 мая, 11 часов вечера. Судно причалило, забрался на гору, солнце как будто в полдень. Выпил настойку на вершине горы, солнце немного опустилось. Затем снова начало подниматься, совсем нет ночи, удивительный опыт. Человек, написавший эти слова, Кан Ювей, который странствовал по архипелагу Свальбард после 100 дней реформ в 1898 году. Начало же арктических исследований приходится на период после образования Нового Китая. В 1957 году метеоролог Чжу Кэджэнь призвал китайских ученых развернуть полярные исследования, принять участие в арктических экспедициях. После того, как снег в городе растаял, в Бару на Аляске стало пооживленнее. Научный сотрудник НИИ геологии Китайского сейсмологического управления Вэй Мэнхуа прибыл сюда в 10-й раз. В 1991 году он приехал в Бару самостоятельно. Через 4 года привел экспедицию в Арктику. Раз в несколько лет Вэй Мэнхуа приезжает в это место, карту которого может нарисовать по памяти. Это деревянный домик площадью 17 квадратных метров, в котором Вэй Мэнхуа прожил 1,5 года. Вэй Мэнхуа назвал его в шутку «гостиница Пекин». Вэй Мэнхуа – веселый и радушный мужчина из провинции Шаньдун. Его открытость и искренность инуитов помогли ему стать с ними друзьями. Главная причина его приезда в этот раз – то, что он соскучился по старым друзьям. Старые друзья из Бару называют Вэй Мэнхуа доктором Вэй. Узнав, что приезжает доктор Вэй, друзья собрались вместе, расписав весь день.
Вэйман Хуа называет инуитов величайшими охотниками. Природные условия Арктики позволили им натренировать охотничьи навыки. Вэйман Хуа как раз приехал в сезон охоты и распределения китов. На второй день Вэйман Хуа снова приехал на мыс Барроу. Это одна из точек отправления исследователей на Северный полюс. В 1995 году первая китайская исследовательская экспедиция отправилась в Арктику. Вэйман Хуа возглавил экспедицию из 25 человек и в итоге прибыл на 90 градусов северной широты и воткнул пятизвездный красный флаг на Северном полюсе. С того времени исследования и интересы Вэйман Хуа больше не покидали льды, океан, сушу и людей арктического региона Аляски. Шаги повлекли за собой сердце. Он приходил сюда раз за разом. Тут его душа. Вэйман Хуа, как и многие другие люди, которые не родились и не жили в арктическом регионе, приехал сюда и как будто нашел свое предназначение, нашел дом для своей души. Гао Дэньи – специалист по физике атмосферы, а также китайский первопроходец пекинских экспедиций. После выхода на пенсию Гао Дэньи поставил себе в качестве первозадачи популяризацию научных знаний среди молодежи. Как он сам говорит, он каждый год часто выступает с докладами. Если из студентов выйдет хоть один ученый, он будет очень доволен. В 1991 году специалист по физике атмосферы Гао Дэньи впервые прибыл за полярный круг для проведения исследований на архипелаге Свальбард. Прибыв впервые за полярный круг, Гао Дэньи развернул исследовательскую работу. Чтобы получить данные по дрейфующим льдам, Гао Дэньи проводил наблюдения на льдах 7 дней и 7 ночей. Проработав несколько дней вместе с учеными из разных стран, Гао Дэньи предложил им развернуть свои флаги и сделать общее фото. Во время исследований другим большим приобретением Гао Дэньи стала книга «Путеводитель по Арктике», написанная параллельно на английском и норвежском языке. В ней упомянут Свальбардский договор. Гао Дэньи обнаружил, что в 1925 году баянское правительство подписало этот договор с китайской стороны. Создание научно-исследовательской станции в Арктике стало следующей целью Гао Дэньи. Вступление в Международный арктический научный комитет – важный шаг китайских ученых на пути арктических исследований. Академия наук Китая – главный двигатель этого прогресса. В
1995 году Академия наук КНР направила группу из 6 человек, в том числе Тин Тахэ и Гао Дэнье, для участия в защите заявки на вступление в Международный арктический научный комитет. После этого Гао Дэнье и многие ученые провели исследование архипелага Свальбард. Цель Гао Дэнье была очень четкая, а именно создать в Арктике китайскую научно-исследовательскую станцию. В июле 2002 года продвигаемая Академией наук КНР Арктическая научно-исследовательская станция была создана в административном центре Свальбарда Лонгьере. Таким образом, была построена первая китайская арктическая научно-исследовательская станция. Арктические научные исследования постепенно стали входить в колею, а всесторонние исследования еще зависели от прямой заботы государства о научных исследованиях Арктики. В 2004 году была официально основана китайская арктическая станция Хуанхэ. Арктика – священная земля для науки. Маленький городок Нью-Алисун на архипелаге Свальбард называют городом ученых. Более 10 стран построили здесь научно-исследовательские станции. В городке, кроме туристических групп, почти все ученые. Ли Го – руководитель китайской арктической научно-исследовательской станции Хуанхэ. Его повседневная работа заключается в управлении станцией и организации научно-исследовательской деятельности ученых. Наблюдение северного сияния, мониторинг полярных почв и атмосферы и другое – это несколько научных проектов, централизованно проводимых учеными на станции Хуанхэ. Иногда Ли Го направляется вместе с учеными в контрольные точки для забора образцов. Приезжие не имеют права нападать на белых медведей, но в целях самообороны ружье просто необходимо. Сегодня на станцию Хуанхэ пришли гости. Это делегации из нескольких десятков полярных ученых. Они будут посещать выдающиеся проекты всех научно-исследовательских станций. На станции Хуанхэ они заинтересовались комнатой наблюдения северного сияния. Пэйди Хуанхэ-цан, цуцай дичу цицэн дисичи дэ тоин цися. Пинчэ, иво го нанчи цунсан-цан, цуцай тунни гэн сэлэсэнсан. Вэйцэ... С 2004 года, когда при тяжелых научно-исследовательских условиях была создана станция, до сегодняшнего дня, когда можно принимать по несколько десятков исследователей, арктические исследования Китая прошли большое развитие. Для Ли Го, как старого полярника, проработавшего в Антарктике и Арктике несколько десятков лет, это путешествие в Арктику имеет особое значение. Ли Го скоро выйдет на пенсию. Он рассматривает позицию руководителя станции Хуанхэ как точку в своей арктической карьере. Каждый раз, приезжая в Арктику и приезжая на станцию Хуанхэ, Ли Го отправляет дочери письмо. В этот раз в письме он впервые написал дочери это стихотворение. 走南闯北平常事，可能别人觉得南极到北极呢，都是一件非常难的事儿哈。但是对我这个职业来说呢，就跟家常便饭似的，递了包就走了，清白无为极地人。就是我自己呢，也没什么作为，就是这么一个极地老头，一个极地人。
Это также его поэтическое подведение итогов в отношении его полярной жизни. За полярным кругом удивительные географические зрелища дали людям возможность для безграничных грез. Пересечение линии 66 градусов и 34 минут северной широты означает, что за год нужно будет ощутить по крайней мере один полярный день и одну полярную ночь. Холод – не самая привлекательная особенность Арктики. Символичная картина Арктики – это в первую очередь несадящееся солнце и ночное северное сияние. В сборнике рассказов китайской эпохи династии Хань «Путешествие по 10 китайским областям» сказано: «Некогда я все время шел на север, прибыл на холм темной ночи и возвышенность чистого солнца». Некоторые ученые на основе изысканий считают, что холм темной ночи – это полярная ночь, а возвышенность чистого солнца – это полярный день. Это место, возможно, и есть арктический регион. На картине Эдварда Мунка «Солнце» изображен пейзаж северного солнца. Ночное солнце совсем не палящее. Видно, что оно похоже на тотем. В чистом ночном небе зимой часто сверкает северное сияние. На местном языке его иногда называют «лисьим огнем». Викинги первыми назвали этот феномен северным сиянием. Поначалу мифы про северное сияние были мрачные, переполненные страхами людей перед этим явлением. Раньше считалось, что полярная лисица вовсю мчится, ее мех касается гор, от лап отлетает снег и формируется северное сияние. В скандинавских мифах главный бог Один жил во дворце божеств, построенном из золота и серебра. Один давал в этом дворце приют духам погибших героев. Отважные воины каждое утро выходили на бой, а ночью Один направлял 9 дев-воительниц на различные сражения, чтобы привести отважно погибших богатырей. Девы-воительницы неслись по небу на лошади, их доспехи сверкали, а людям на земле казалось, что это северное сияние. В китайской культуре Арктика – это земля, к которой ведет полярная звезда. В древности полярную звезду также называли Цзывэй и Бэйчэн. Считалось, что эта звезда никогда не двигается, находится в центре неба, что это самая почетная звезда, указывающая путь людям в этом грешном мире. Так китайцы на основании чувства долга и научного духа передали свои чувства к Арктике. На земле сугробы и ледяные поля. Небо иногда разрывает ураган. Во вспыльчивом море бушуют волны. Рядом с разлетающимися брызгами на искрящемся льду люди такие мизерные и в то же время такие стойкие и такие веселые.
Это крыша голубой земли. Мечта, преследуемая человечеством на протяжении нескольких тысяч лет. Эти далекие земли изменяют весь мир. Льды тают и превращаются в морскую воду. Морская вода сокращает сушу. Белые медведи не могут найти дрейфующие льдины. Острова больше не соединяются. Энергия атома разорвала земную поверхность. Корабли устремились по древней северной морской карте. Спокойный мир превратился в шумный. В стремительно меняющемся Белом океане таятся и кризис, и надежда. Люди, дышащие холодом, благодаря мудрости научились выживать, а благодаря чувствам они оберегают этот вечный север. Воспринимая природную информацию и смотря на Северный полюс, человечество ищет направление своего будущего.